Всем привет, с вами я, Ксения Кузнецова, и сегодня вы смотрите книжные покупки. И как вы уже поняли из предыдущих книжных покупок, я решила скупить все книги с Агаты Кристи. Есть еще как бы продолжатели вот этого великого деяния Агаты Кристи, и одна из них является Софи Ханна. И в общем, вот такая вот книга в твердой обложке от Софи Ханны, «Эркюль Пуаро и убийство под монограммой». Меня немного смутило то, что она в твердой обложке, хотя еще одна книга в твердой обложке из серебряной серии мне пришла, потому что я не хотела в твердой обложке, хотела, чтобы все были мягенькие. Ну, раз уж за такую цену дешевую мне прислали в твердой обложке, я такая, почему бы нет? Вот как раз-таки вторая книга Агаты Кристи уже в твердой обложке, которая мне пришла. «Эркюль Пуаро и путаница в Гриншоре», «Кошка среди голубей», «Объявлено убийство», «Мисс Марпл», вот это «Мисс Марпл», то было «Эркюль Пуаро», «В 4:50 с вокзала Паддингтон», «Прилив», «Смерть на Ниле», «Убийство в Месопотамии», «Каникулы в Лимстоке», «Немезида», «И в трещинах зеркальный круг», «Зернышки в кармане», «Партнеры по преступлению», «Убийство по алфавиту» и «Фокус с зеркалами». На этом Агата Кристи у меня закончилась. И мы переходим к прочим книгам остальным. Они вообще никак не объединены, просто наборы книг. Все. Так вот, помимо Агаты Кристи я приобрела еще Брюс Кэмерон «Путешествие хорошего пса». Это, если вы помните, в каких-то книжных покупках я уже говорила про первую книгу Брюса Кэмерона. Это «Жизнь и цель собаки», покетбуковское издание. Но также есть издание вот такой же твердой обложки с лабрадором. Но вот такой вот я в покетбук не нашла, и поэтому купила обычная с биглем. То есть, посмотрите, тут нарисован бигль. Я была обязана ее купить. Хорошая книга про хорошего пса. Следующая книга довольно популярная сейчас стала. Это Холли Смейл «Девушка-гик». И она нереально тяжелая. Она просто как кирпич. Ей можно убить. Очень красивая обложка мне нравится. Очень красивый корешок. У этой книги есть вторая часть. Первая «Девушка-гик», вторая «Мисс Неловкость». Да что ж такое-то, а? Дальше идет книга в подарок, которую я выбрала. Это Наиль Муратов «Психопат». Опять какой-то психологический триллер. Следующие две книги — это мой любимый Ларри Гоник. Это «Всемирная история», том 1 и том 2. Тут все так разрисовано, просто все перерисовано, я не знаю. Это просто потрясающе. И чтобы вы смотрели, вот смотрите, вот это вот тоже Ларри Гоник «Алгебра». И вы просто посмотрите на их сравнение. Это просто вот это вот алгебра, это какая-то малышка по сравнению с вот этой историей. Хороший мужик, пусть на все предметы напишет, я все куплю. Потому что мне нравится, как он преподает материал. Учитель должен уметь преподавать свой предмет, а не просто его знать. Так что... И, как обычно, Лабиринт дарит всегда блокнотики литературные, в которых, кстати, я превращаю в скетчбуки, рисую там всякие картинки. В общем, это были все книжные покупки. Вы заметили огромную кучу просто Агаты Кристи и совсем чуть-чуть того, что я хотела купить, потому что захотела. С вами была Ксения Кузнецова. Читайте книги. Всем пока!